Какими мыслями приехали сегодня на игру? Только с положительными, ждем только победы. Как думаете, каким вообще будет матч и как он будет складываться? Надеемся, что ярким, интересным, чтобы голов много было. Естественно, чтобы мы забивали. Только Витязь, только победа! Хорошая команда собралась в этом сезоне, все молодые игроки. Отличная игра Михаила Бирюкова. Красивые проходы, быстрые, Максима Финогенова. От игры ждем забитых шайб, только Витязь, только победа. Мы болеем за Витязь! Меня зовут Афонсо. Откуда вы? Откуда Испания? Спейн. Как вы здесь оказались? Расскажите. Я люблю хоккей. За кого болеете вы? И с кем вы приехали? Такое. Витязь. Это Великрасный, я не знаю. Великрасный. Я не знаю, сейчас, наверное, все игры непростые, есть свои нюансы у каждой команды. Не скажу, что было легко, но, в принципе, ребята хорошо сделали свою работу в обороне, и не было каких-то там разрывов, еще чего-то. Просто все вместе, я считаю, неплохо сыграли в обороне. Поэтому, как бы, не было так сложно, как могло бы быть. Меня связывают деловые, спортивные интересы. Поэтому это передалось моей семье, и они с большой радостью болеют за Витязь. И когда забили гол Витязь армейцам, надо было их видеть. Они радовались прям, как лучшие удачи в своей жизни. Как вас зовут? И ты, конечно, пришла поддерживать папу. Она первый раз пришла, да? Первый раз на хоккее? Да. Расскажите, вот давно вас не было видно, я имею в виду хоккее, да? Уже вот год, как вы были в Подольске, когда делали там дебрасывание, с тех пор... Я последний раз, когда смотрела шею в хоккее. Да. Я очень давно не была. Соскучилась? Я соскучилась, да. Я уже жду с нетерпением новый сезон. Хорошо, что сейчас есть возможность ребятам собраться, попробовать свои силы. Где-то уступили, наверное, в желании, может быть, в наглости больше надо было на ворота больше угрозы создавать.